новости. Маленький ребенок за рулем. Вот бы сломя. Скажите, пожалуйста, какие-то обстоятельства совершили там душе? Ну, в пробке сядет, ребенок видеоролик в интернете увидел, то, что дети сидят на коленях за рулем. Разревелся весь, расплакался. Пришлось посадить. Степень опасности осознаете, если не помощь? Конечно. Ну, что по этому поводу думаете? Как вы дальше планируете себя вести? Ну, категорически запрещено детей без детских держащих устройств перед ним рядом с собой. У вас детское держащее устройство имеется? Конечно. Ну, почему не использовали? Ну, он сзади сидел в этом устройстве, получается, когда он разрядился весь, то все в курсе. Ну, теперь понимаете, что так делать больше нельзя, что только исключительно в кресле должен находиться ребенок. Категорически, да. И выводы правильно сделали, да? Да. Надеюсь, в дальнейшем мы с вами не встретимся. Не подозреваю, больше не нарушаю. Вынес постановление о штрафе. Сумма штрафа 3000 рублей. Если оплачивать не позднее 20 дней, сумма 1500 рублей. Ознакомьтесь, пожалуйста.